Добрый день, меня зовут Алексей Виноградов, я управляющий сети магазинов «Абсолют», город Тверь. Компания «Абсолют» известна тверским покупателям уже 25 лет. Начиная с фирменного магазина «Адидас», компания выросла в сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров известных мировых брендов. До недавнего времени мы использовали классическую дисконтную систему в наших магазинах. Каждый покупатель получал пластиковую дисконтную карту красного цвета с фиксированной скидкой 10%. Постоянные покупатели получали золотую дисконтную карту с фиксированной скидкой 20%. Из года в год количество покупателей наших росло, мы хотели выдать карты всем покупателям, и, соответственно, нам приходилось выпускать все новые и новые карты. Иногда клиенты теряли карты, нам приходилось их перевыпускать. Каждый выпуск дисконтных карт стоил нам от 100 тысяч рублей и выше. Для информирования наших клиентов о поступлении нового товара, об акциях и предложениях, о распродаже, мы использовали смс-рассылки. Наша база клиентов насчитывает сейчас 20 тысяч человек. Соответственно, наши расходы на смс-рассылки составляли от 100 тысяч рублей ежемесячно. С развитием мобильных технологий, в том числе для сокращения расходов на рекламу, несколько лет назад мы задумались о разработке собственного мобильного приложения с бонусной системой лояльности. Разработка оказалась достаточно дорогой, поэтому мы сразу отказались от этой идеи. Нам нужна была готовая система лояльности, и тогда же мы познакомились с системой UDS. Однако на тот момент система UDS не отвечала всем нашим требованиям, в том числе не было интеграции с 1С. После безуспешных поисков аналогов системы в начале 2019 года мы вернулись к системе UDS, которую модернизировали, обновили, появилась интеграция с 1С, она стала отвечать всем нашим требованиям. Изучив все новые возможности, мы приобрели систему UDS, проработали интеграцию с 1С и запустили систему с 1 мая 2019 года сначала в одном магазине, а затем спустя неделю во всех остальных. Внедрение системы обучения персонала мы доверили партнеру системы UDS Ане Баранович. Обучение продавцов проводилось в режиме реального времени без отрыва от работы непосредственно в торговом зале при сопровождении группы внедрения. У нас был создан чат для каждого сотрудника, где он мог оперативно решить возникающие вопросы, при этом проявляя заботу о каждом клиенте. С самого начала продавцам был поставлен план максимум при работе с клиентами. Не только скачать приложение, но научить пользоваться и, самое главное, рекомендовать наш бизнес. Согласно нашей статистике, немалую часть наших клиентов составляют люди старшей возрастной категории. И у нас было опасение, что с внедрением технических новшеств у нас могут возникнуть некоторые затруднения. Но, к нашему удивлению, мы столкнулись с обратным эффектом. Все очень позитивно воспринимают новую дисконтную систему, за что спасибо UDS. Всем продавцам сразу был выставлен план KPI по всем показателям. Это количество рекомендаций, это средний чек, это количество продаж и это сумма продаж. Каждый продавец установил приложение UDS-кассир и теперь в режиме реального времени следит за своим выполнением планов. Эффективность работы персонала я также вижу на отдельной вкладке «Админ-панели». Мы изначально настроили щедрую бонусную систему с сохранением привилегий всех наших клиентов, так чтобы каждый клиент остался в плюсе. Покупатели положительно отнеслись к новой системе лояльности, и результат не заставил себя ждать. За первый же месяц в системе у нас появилось 2072 клиента, из которых 1703 совершили покупки. Клиенты оплатили более 1 миллиона баллами, но также более 3,5 миллионов баллов у них еще осталось. Также было 408 клиентов, которые не скачали приложение в магазине, но мы начислили им баллы по номеру телефона, чтобы они могли получить эти баллы, когда скачают приложение дома. Кроме этого, наши клиенты практически с первых дней начали рекомендовать нас своим друзьям через приложение. За первый месяц по рекомендации к нам присоединилось 196 клиентов. Это клиенты, начиная со второго уровня, а 53 из них совершили покупки на общую сумму более 400 тысяч рублей. За счет только сарафанного радио в первый же месяц работы мы окупили все наши вложения в систему UDS и ее внедрение. У нас также появилась возможность прямого общения с каждым клиентом. Клиенты могут оценить обслуживание, написать отзыв или сообщение. За два месяца у нас уже более 500 отзывов. 98% клиентов ставят нашим магазинам оценку 5, но также есть и пара отрицательных отзывов. Мы лояльны ко всем нашим клиентам и не оставляем ни один отзыв без внимания. Отвечаем всем.
Меня зовут Татьяна Кожевникова, я являюсь руководителем магазина «Модный квартал», и могу с уверенностью сказать, что введение системы UDS стало для наших клиентов более выгодной и удобной. Ну а также хочу выразить благодарность всем нашим сотрудникам за заботу о каждом клиенте. Хочу отдельно отметить, что в системе UDS можно размещать новости о компании, проводимых акциях, поступлении новой коллекции, распродаже, а также отправлять клиентам пуш-уведомления. Они бесплатны и, по сути, заменяют смс-рассылки. Это позволяет нам значительно сократить расходы на рекламу, которая при этом точно попадает в нашу целевую аудиторию, к нашим покупателям. Система UDS позволяет в режиме реального времени отслеживать новых и постоянных клиентов, количество и сумму их покупок. Клиентам с наибольшими суммами покупок мы присваиваем VIP-статус с повышенным кэшбэком. Функционал системы UDS значительно шире, чем мы могли его испробовать за первый месяц работы. Его постоянно расширяют, добавляют новые возможности. И при этом нам не нужно тратить ни свое время, ни деньги на разработку. Все входит в абонентскую плату. Мы очень довольны системой, потому что она оправдала все наши ожидания. Рекомендую.